7.00, всем доброе утро. Захотелось мне гречневой каши на молоке. Не знаю, вот просто что-то захотелось. Как в детстве, я добавил одну чайную ложку сюда меда. Только не в кипяток ложите, а вот когда оно уже подостыло, когда уже, ну, можно есть, перед этим ложите мед. Чашечка черно-зеленого чая и хорошего настроения. 9.30, мой перекус. Сегодня у меня лаваш с сулугуни, с сыром. Пол лаваша. Натираем туда сыр сулугуни. Заворачиваем в треугольничек. Можно в четырехугольничек. И 5 минут с двух сторон на сковородочке прогреваем. Лаваш становится хрупким, хрустящим, а сыр внутри растает. Это очень вкусно. Я всегда это делаю осенью, зимой, весной. Летом в основном у меня все фруктовое. Ну вот что-то захотелось, давно не ел. У меня свежий лаваш. Думаю, надо забабахать себе сулугуни. Чашечка черного кофе, натурального, арабика бразильская Санта, с пол ложечки сахара в ней. Хорошее настроение, приятного аппетита. 14.00, мой обед. Два яйца на сковородочке. Сначала я на сливочном масле обжариваю немного помидорчик, потом сверху яйца. Сверху сулугуни натираю. И в конце уже, под закрытой крышкой я готов, в конце посыпаю укропом и черным перцем. Кстати, не солю. Вот, не знаю, я уже привык не солить их. Еще остался один кабачок у меня запеченный и немножечко морковки корейской. Вот такой красивый, вкусный. Прямо со сковородки подается. А на ужин у меня сегодня спагетти. Спагетти. Тут 40 грамм всего лишь макарон. Сверху говяжья печеночка, тушеная с луком и сметаной и морковкой. Плюс салат, помидоры, огурцы, перец сладкий, кинза, лучок, там, сметанка 15%. И 3 кабачка печеные в духовке. Вот такая вот красота. Очень сытно, вкусно и для худеющих полезно. Полная тарелка. Приятного всем аппетита. 21.00. Мой вечерний перекус. Пяток слив. Вкусные, полезные сливы. И чашечка моего домашнего кефира. 1.5% жирности. Вот ложка стоит. Вот такой делайте сами кефир. Приятного всем аппетита. Спокойной ночи. И нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.